10 июня в дежурный час отдела МВД России по городу Копейску обратилась женщина, жительница нашего города, с просьбой разыскать неизвестную ей даму, которая, ведя ее заблуждение, завладела ее деньгами и золотыми сережками. Как оказалось, что женщина проходила по центральной улице города, к ней подошла незнакомка, поинтересовалась, как пройти в поликлинику. Затем она сказала, что на женщине лежит порча, и если ее не снять, то с ее родственниками и детьми произойдут несчастные случаи. Поверив в это, женщина сначала ей отдала монету 10 копеек, затем бумажную купюру в 10 рублей. Но так как незнакомка уверяла ее, что она обладает магическими силами, и она может снять эту порчу, она убедила женщину, что необходимо как можно больше дать ей денег. Женщина пошла в один из банкоматов города и сняла 14 тысяч рублей. После этого передала незнакомке. Вместе с деньгами женщина передала и свои золотые сережки. После чего якобы целительница сказала, что сейчас она сделает оберег и деньги завернет вместе с сережками бумажку, и необходимо проехать на кладбище и прочитать молитву. В это время женщина посоветовала проехать на автобусе 9 остановок, после чего они должны были встретиться. Но навстречу незнакомка не пришла, и поняв, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хотелось бы обратиться к жителям города, чтобы они не верили таким целителям и всегда осознавали, кому, за что и когда они передают свои деньги. А если есть какие-то проблемы со здоровьем, то необходимо обращаться в больницу, а не к уличным гадалкам и целителям.